Девчонки, привет! Ну вот что делать, когда такой серый день, проснулся утром, едешь на работу, а силы никаких нету, и не выспался ты. И у тебя просто лоб осел на глаза. Просто осел. И такое чувство, как будто здесь висят гномы на своих маленьких гадких ручонках. Что делать в такой ситуации? Ну что, пока мы едем за рулем, знаем, да, что у нас лобно-затылочная мышца, она крепится вот там вот под бровкой. Да, под бровкой. И мы берем пальчики под бровку, да, вот под бровку, ставим их, да, чуть-чуть бровку эту приподнимаем, прям под бровь, да, под бровь залазим пальчиками. И массируем, да, просто провоцируем, она может быть болезненной, просто провоцируем нашу лобную мышцу, да, лобное брюшко. Вот так вот, буквально минуточку, и уже у нас лобик поехал вверх. Взяли под вторую, прямо под бровку, да, вот я под бровку залажу и массирую, да, массирую, как бы так, чтобы было видно, вот массирую, провоцирую крепление мышцы, вот, массирую крепление мышцы, вот, помассировали. Прямо попровоцируйте ее, хорошенько туда попровоцируйте. И уже у нас глазки начали открываться. Уже легче. А если мы еще разомнем здесь височную долю, да, височную мышцу, она у нас крепится вот здесь, да, и как ладошка укладывается аж сюда. И если мы ее немного разомнем, нам станет еще легче. По крайней мере, такой экспресс подтяжечки лица у нас уже есть, да, заготовочка. Ну что, не забывайте нажимать на колокольчик, если вас интересует эта тема, и вообще нажимайте на колокольчик, чтобы я знала, какая тема интересует, и не забывайте ставить лайк. Работаем!